Крис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Вот бы его для цирка отловить и людям показывать. Капитал можно сколотить. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше? Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Ну что, паскуда?
серебро, да? Сирен, надо бы от него избавиться. Хочешь купить что-нибудь из моих запасов? Покажи свои товары. Прощай. Thank you.
Мы служим той, что вечно Дева Мать Истарха. И тут откуда ни возьмись чудовище! Не путайся, прямо на нас! Это вот тут было, люди! Прямо у деревьев! Спокойно! Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж! Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало! На нас с товарищем! Уж мы ему покажем! Не мы! Ведьмак! Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот тебе и привиделось. Сейчас пару ребят похрабрейся, зову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Ты с Фарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирсдаль на обмен из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что с Фарер, а Сворлог на Спикероге. Ну так с Фарер я поплыл к Сворлогу, обменял там добычу с большой земли на кожи, а потом приплыл сюда. С Фарер на Спикерог, а потом на Артскеллиг. Весьма извилистый маршрут. Что ж поделаешь, купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожей. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а с кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Никухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их? Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся. Сколько ты хочешь? Справедливая цена. Ну так как? Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну, тут, в корчме неподалеку, буду ждать, да. Ладно, до встречи.
Но! Что случилось? Что, сука, случилось, что я упал и разбил себе ногу? Не скули, Пертер, а то прямо стыдно слушать. Возьми себя в руки. В самом худшем случае Хендрик выстрогает тебе деревянную ногу. У старого Олли такая, и ничего не жалуется. У старого Олли вши и слюни. От него страшная вонь. И на все это он тоже не жалуется. Вы будете мне помогать или нет? Как вышло, что ты упал? Мы хотели развести огонь там, на плече у статуи, чтобы прославить себя и предков. Вам, кажется, удалось. Удалось. Только огонь вспыхнул так быстро, что Петр отскочил и потерял равновесие. Надо сказать, ему здорово повезло. Упав с такой высоты, он мог бы и шею свернуть. Что это за статуя? Алтарь в честь бога воинов. Каждый, кто отважится взобраться на него и зажечь огонь, получит милость богов, славу и... И исключительную возможность лишиться ноги по самое гузно. Вы мне поможете, наконец? Или так и будете беседовать о религии? Ласточкина трава должна тебе помочь. Нога у тебя от этого не срастется, но, по крайней мере, будет меньше болеть. Спасибо. По гроб жизни будем тебе благодарны. В моем случае это, кажется, уже скоро. Так что сильно не радуйся. Заткнись и покажи ногу. Спасибо тебе еще раз. И да хранят тебя боги. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. Он говорит, что мы свернули со старой тропы. Мы его обидели! Эта тварь уже пятерых убила! В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня! Эта ёбаная тварь из ёбаной чащи! Ребра раздроблены. Сильный он, этот ваш дух. А? А ты кто такой? Я решаю проблемы. Если мы договоримся, могу решить и вашу. Он ведьмак. Наемный убийца. Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Кто такой этот дух леса? Или что это? Я тебе одно скажу. Это не твое дело. Это обычный хищник. Убивает всякого, кто ступит на его землю. Исчерпывающее описание. Как этот ваш дух выглядит? Его видел кто-нибудь? Из живых никто. Прекрасно. Вы все очень помогли. Птицы выклевали внутренности. Вот следы зубов. Большой пес или, может, волк. Он всегда так убивает? Только трусов. Для людей с сердцем хищника у него есть достойная смерть. Вы говорите, что чудище вам мстит.
За что это? Наши деды охотились с копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно. И мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне. И бестия стал еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, который подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. И самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу осмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершай опрометчивых действий, убийца. Еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. Для врагов топор. Помни об этом. Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Что? Следы. Интересно, куда они приведут? Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Точил когти или просто метил территорию. Это леший, самец, очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне.
вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу... Ох, лучше бы он встретил духа леса. Ваш дух — это очень старый леший. Он опасен, но, скорее всего, я с ним справлюсь. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми, превратил нас в великих воинов. Может быть, я неясно выразился? Дух леса — чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет, как ты или я. Он — нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей, а наши женщины рожают сильных детей. По милости духа леса мы стали лучшими охотниками на островах. Не каждый мальчик, который должен стать охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? Когда мы стояли у дерева, ты сказал, что есть другой способ сдержать лешего. Нужно вернуться на старую тропу. Войти в чащу с ножом и копьем. Провести поединок на равных. И показать, чего мы стоим. Это ему понравится. Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар и тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья. Пройди испытание духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Я все еще думаю, что делать. Если попробуешь убить духа леса, ты только навлечешь на нас его гнев. Я еще подумаю. Будь здоров. Так нарядилась, Хильда. Может, для тебя. Осмотрел я следы в лесу. Ваш дух знает, как произвести впечатление на незваных гостей. Я говорил, что он любит убивать. Я почти уверен, что это очень старый леший. Так это выходит обычное чудище, как я и говорил? Не такое уж обычное. Он очень опасен для деревни и для меня, если вы решитесь меня нанять. Золото найдется. Есть одна загвоздка. Леший выбрал одного из вас. Покуда этот человек живет в этих краях, монстра нельзя убить навсегда, он рано или поздно возродится. Это наверняка кто-то из старейшин. Должно быть Харри. Ты же его слышал? Одних слов недостаточно. Мне надо найти отметку. Люди тебе не поверят. Они не дадут обвинять своего. Найди этого меченого. Остальное я беру на себя. Надо понять, какую тропу отметил дух леса. И там, где зло найду, буду именовать его злом. Леший выбрал эту девушку. Зараза. Здравствуй. Хеймдаль хранит клан Тирша. Сперва хранишь угроз. А потом волной едва дракары в заливе не перевернула. По-моему, там упала звезда. И там, где зло найду, буду именовать его злом. Окружи свои заботы, Охрея, все живые создания. И там, где зло найду, буду именовать его злом. Врагов наставлю в покой. Все живые создания. И там, где зло найду, буду именовать его злом. Врагов наставлю в покой. Окружи свои заботы, Охрея, все живые создания. И там, где зло найду, буду именовать его злом.
а врагов не оставлю в покое. Кружи свои заботы, о Фрея, все живые создания. Топор никогда не забыл. Ну, нашел уже, кто помогает чудовищу? Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он делает это ненамеренно. Мы с нашими старейшинами не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст, лишь бы чудищу понравиться. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал, сперва надо убить дружка чудища. Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы Меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, Леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшин, и будет у нас мир на все времена. Леший выбрал Хильду. Хильду? Надо изгнать ее, ты сам сказал. Но она же... наша. Свен, ради блага деревни. Прогоняйте ее. И хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Ты не пойдешь за ней? Я думал, она важна для тебя. Не суй свой нос в чужие дела. Я сделал то, что должен был. Теперь твоя очередь. А? Мы служим той, что вечно дева мать. Здесь начинается земля Лешего.
Прежде чем его искать, надо уничтожить все тотемы.
покончим с этим.
Куда идешь? Глядите-ка! Я говорил, что ведьмак справится! Что здесь случилось? Ты избавился от чудища, а мы от его союзников. Не бойся, уговор дороже денег. Ты свою плату заработал. Ничего не изменилось. Лешего нет, а деревню по-прежнему держит в кулаке убийца. Твоя работа сделана, ведьмак. Ты выполнил свою часть договора, я свою. Думаешь, вся деревня пойдет за тобой? Люди охолонут и уразумеют, что надо было покарать виновных. Слышите? В моей деревне не будет править страх. Больше не будет убийств. Идите по домам. А ты, ведьмак, двигай лучше своей дорогой. Чудовищ тут больше нет. Я-то человек простой. У меня здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересует только меч. Ну, показывай, что у тебя там. Прощай. Папу...